Объявленный нами весенний призыв вызвал интерес у зрителей телеканала. Напомним, что для нового телепроекта мы набираем детей от 4 до 8 лет. Дети от 4 до 8 лет дома есть? Вам повестка. Мы попросили ребят прислать нам видеовизитки, которые можно снять хоть на мобильный телефон. Уже поступило немало заявок. Мы с большим удовольствием знакомимся с соискателями на роль юных телеведущих. Привет, а меня зовут Даша. Представляете, а я в такую проблему попала, что аж хочу стать телеведущей. Представляете, мне так это понравилось. Я хочу попробовать себя в роли телеведущей. Вдруг получится? И я хочу быть телеведущим, чтобы меня все видели и все на меня смотрели. Почти весь город. Надо отметить, что если ребята смогут справиться с предложенными на кастинге испытаниями и станут ведущими телеканала «Видное ТВ», то их увидит не только весь город, но и весь Ленинский район. Поэтому снимайте своих детишек и присылайте нам их визитки на адрес электронной почты видное-тв@mail.ru. Папа точно на запись нажал. Мы внимательно просматриваем каждый ролик. В них дети рассказывают стихи, танцуют, поют или просто рассказывают о себе. Я хочу стать телеведущей, потому что я умная, веселая, общительная, милая. Еще я хотела из себя попробовать качество ведущей. Не отпусти свой шанс, это мой звездный час. Главное не упустить шанс, и тогда звездный час будет у каждого, кто не поленился и принял участие в новом телепроекте «Весенний призыв».